Всем привет, с вами Texas, и данное видео посвящено анонсу конкурса на вот такие вот аегисы. В честь данного инта Вика сделала аегисы для вас, собственно, мы их разыграем по весьма простым условиям, но для начала кадр чуть поближе, также кадр есть в наших инстаграмах, ссылки на инстаграмы указаны в описании, также вот здесь они будут висеть. Собственно, расцветка данного аегиса в стилистике текущего инта. Многие спорили, что он должен быть зеленым, но нет. Зеленое — это лишь свечение, он там тоже черно-серебристый. Короче, по условиям. Смотрите, делаем конкурс на 8 аегисов. Один аегис ВКонтакте за репосты vk.com/texastv. Там репосты, лайк, репост, подписка на паблик. И один аегис будет разыгран. Здесь же на ютубе 3 аегиса. Нужно поставить палец вверх, нажать в колокольчик и нажать на все уведомления, чтобы не пропускать видосы. Также подписаться на канал, ну и сделать репост в любую социальную сеть и в комментарии написать ссылку на вашу социальную сеть, ну и также написать, за какую команду вы топите на инте. Ну и по 2 аегиса будут разыграны в наших инстаграмах, мой и Вики Симпсон, ссылки на инстаграм в описании, также вот здесь они показаны. У меня Texas TV, у Вики Вика Симпсон. Там по 2 аегиса на каждый инстаграм. Условия простые. Нужно подписаться на инстаграмы, поставить лайк на запись. Ну и отметить двух друзей, которые тоже хотели бы получить аегис. При этом в конкурсах вы можете участвовать в неограниченном количестве. И по факту у вас есть шанс на получение двух аегисов, если вы прям лакирок. Ну и по отправке мы отправим куда угодно. Надеюсь, что дойдет без проблем. Будем пользоваться услугами почты. Но чем дальше вы от Киева, тем дольше и сложнее будет доходить посылка, но надеюсь, что все будет хорошо. Собственно, удачи в конкурсах, аегисы Special for You. Для всех фанатов 8-го инта такой небольшой утешительный приз для тех, кто не может апнуть себе компиндос на 1000 уровень, залетает от нас. В общем, такой вот магнитик на холодильник. Либо же будете использовать, не знаю, на подставке, допустим, как сами Valve присылают. Посмотрим, точнее, сами разберетесь. Кидайте вот, кстати, скриншоты, кто в итоге будет победителем, точнее, фотографии куда-нибудь в социалке, я запущу. Ну, а с вами был Texas, удачи в конкурсе, смотрите инт вместе со мной, пока. А, нет, секундочку, итоги конкурса будут примерно в сентябре, пока Вика будет занята, у нас аегисы готовы, точнее, формы готовы, но итоги будут примерно в сентябре, ну и в это же время будет рассылка, так что подробнее будет написано в описании. Ну а теперь точно, пока!